на, ну, с этим автобусом. Это, конечно, да. А, напевно, це подія волновася? Вот этот автобус, что погибли люди, это ужасно. Ну, авария, ну, це не важливо. Ну, як це важливо, але... Волноваха. Вчора була хода на підтримку тих людей, які борються проти агресії на Донбасі. Пам'ять вшанування загиблих. Проявили вчора масове пройшло шесті по всій Україні знак солідарності з Єловахою. Такого важливого, мабуть, те, що все-таки Україна, ну, вчора був марш миру по всій Україні. 13 января на трасі Маріуполь-Донецьк під артилерійський обстріл попав мікроавтобус з мирними жителями. 12 чоловік погибло в той же день, і ще 18 оказались в больницах. Перший же блокпост, впереді там два автобуси. Ну і остановились і стоїмо. Буквально пройшло 2 хвилини. Взрив огромний. Наш автобус исковеркало, двери позаклинило, окна все вылетели. Солдаты, на гвардии, видимо, потому что флаги. Ну, то я в окно вылез, подошел, они оказали первую помощь. Автобус был защищен от таких дырок, да вот таких, все защищен. Все окна высажены, все шторы порватые. Ну, все легли, 10 человек погибло на месте. Украинская версия случившегося такова. В автобус градом попали сепаратисты. Видео с камер наблюдений за блокпостом подтверждает эту версию. При этом со стороны боевиков бытует мнение, что автобус подорвался на мине, а не успевших погибнуть укропы добивали из автоматов. В воскресенье 18 января по всей стране прошел марш мира, марш единства против терроризма или, проще говоря, марш «Я волноваха» по аналогии с французской демонстрацией, состоявшейся ровно за неделю до того. Между тем, 2500 фейсбучных лайков собрала заметка «Я не Шарли» от Парижа до Волновахи, 3000 километров равнодушия. «Я не Шарли и не парижский полицейский Ахмед», пишет автор Максим Вихров. «Я очередной украинский солдат, который едет домой в гробу. Меня тоже убили террористы, но у украинцев достаточно слез, чтобы самим оплакать погибших. От Парижа до Волновахи, 3000 километров равнодушия. Мы все еще сражаемся и будем сражаться. Но помните, если Украина падет, и эти террористы придут к вам», заявил Вихров. И если на позапрошлой неделе самым значительным событием многие украинцы считали теракт в Париже, то за минувшие 7 дней западные СМИ не пестрели сообщениями ни о случившемся под Волновахой, ни о марше солидарности в воскресенье. К концу уикенда лишь короткая заметка появилась на сайте CNN, и украинский посол в Великобритании опубликовал в своем твиттере фотографии с двух малочисленных акций солидарности в Европе. По подсчетам ОБСЕ, конфликт на востоке Украины повлиял на жизнь 5 миллионов человек, убил 4800 и ранил по крайней мере 10 тысяч украинцев, 1 миллион людей оказались переселенцами. Однако акции солидарности с погибшими в показательном для Донбасса сегодня обстреле под Волновахой украинцы от европейцев не дождались. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос можно найти в другом резонансном материале по теме в заметке Сергея Фурсы. «Еще до событий Майдана в Сирии уже пару лет шла война», пишет автор. Кого-то это в Киеве интересовало, кто-то выходил на марши солидарности или хотя бы искал Сирию на карте. Кстати, это бы помогло понять одну важную вещь: от Киева до Дамаска немногим далее, чем от Парижа до Киева. По мнению Фурсы, украинцы должны объединиться вокруг общих ценностей ради себя самих, не ожидая какой-либо поддержки извне. Что ж, многолюдные митинги во многих украинских городах и непрекращающаяся активность волонтеров и добровольцев показывают, такое объединение, такая мобилизация ради самих себя существует. За минулий тиждень мені запам'яталися хіба що події в Волновасі та аеропорту. Ну, аеропорт. А це той Донецький аеропорт? Или кто-то, может, ну, аеропорт тоже, на самом деле. Ну, я за неделю много чего было, на самом деле. Трагические события, которые произошли в Донбассе. Кроме того, что усилились обстрелы, я
больше ничего не могу выделить. 12 января защитникам объявили ультиматум: или убирайтесь отсюда до 17:00 завтрашнего дня, или мы вас уничтожим. С тех пор бои в аэропорту не стихают. Каждый день несколько погибших, еще несколько тяжело раненых молодых ребят. Сегодня высшие военные чины бросились закрывать бреши, поднимать рейтинг президента в Донецком аэропорту, написал волонтер Юрий Касьянов. Там, где недавно наши киборги проходили унизительную процедуру проверки бандитами Моторолы, теперь разворачиваются эпические сражения. Второй день играют бравурные марши, спикеры власти надрываются от позитива. Война представляется кровавым, но быстрым приключением. И победа, кажется, уже близка. Это неправда, все только начинается. Из аэропорта и из поселка Пески, который тоже вплотную прилегает к Донецку, информации поступает мало. На території Донецького аеропорту продовжується ведення активних дій по звільненню об'єктів, які утримуються бойовиками. Противник несе суттєві втрати. Вот и все официальные данные. Недостаток информации порождает домыслы. К примеру, 17 января на страницах в Фейсбуке активист Андрей Дзинзя и журналист Александр Аргат сообщили о том, что Донецкий аэропорт деблокирован. Украинские силы прорвались в сам Донецк и ведут там уличные бои. Однако из других источников такая информация не подтвердилась. Российские медиа со своей стороны активно сообщают о захвате поселка Пески сепаратистами, в то время как Юрий Бирюков со слов бойцов передает, что речь не идет даже об окружении. Возможной причиной перевирания в соцсетях и информационной паники является то, что пресс-центр АТО не вполне выполняет свои функции. Подробностей мало, о количестве погибших не сообщают. Вот и занимаются бойцы, вместо того, чтобы воевать, ответами на телефонные звонки волнующихся родственников. А некоторые граждане обсуждают в соцсетях версии российских и сепаратистских медиа. Я не могу вам ничего такого сказать. Вы знаете, я даже не могу сказать. В настоящее время таких ярких людей нет. Все те же лица, все те же разговоры. Мама и говорила Катю. Егор Соболев, да. Угу. Чем? Запомнился. Взглядом, мышлением, которого нам сегодня не хватает. Ну, дивилися интервью Гонтаревой. И, знаете, за цей тиждень мені ніхто особливо не запам'ятався. Ніхто нічим не запомнився. На жаль, не згадаю. Усилия политиков запомниться пошли на смарку. Люди так часто слышали о снятии депутатской неприкосновенности, что их мало заинтересовало внесение президентом на рассмотрение очередного закона о ней. Оно и понятно. Приоритетами сегодня являются вопросы войны, кризиса и мобилизации. А так, я думаю, что завжди волонтеры є самими головними людьми в Україні, не політики, а волонтери, і, звичайно, люди, які працюють. Ну то, що твориться, просто всі ми хочемо миру, всі хочемо, щоб це безпощадне, нікчемне уничтожение українського народу з двох сторон, як солдат українських, звісно, так і мирного населення, щоб прекратилось. Ми єдине всі хочемо цього. Как будете выбирать, за кого голосовать? Как буду выбирать, еще не определилась, но, скорее всего, думаю, что на те имена, которые еще не были в политике, которые не дискредитировали себя, вот, наверное, выберу какие-то новые имена, программы которых, мне кажутся, не популистскими, а которые реально можно реализовать и реально изменить ситуацию сегодня в Украине. Я там новые политики, молодые. Хотелось бы увидеть что-то новое. Области политики. Все, что там есть и представлено, пока все давно известно и ничего нового пока это нет. Новые лица пришли к власти 3 месяца назад, однако опрошенные нами избиратели не следят за своими избранниками, не контролируют их деятельность, не помогают бороться с коррупцией. Так что же, того самого гражданского общества, о котором активно рассуждали на Майдане, у нас еще не существует? Это не совсем так. Гражданское общество сегодня живет в интернете. Там на акцию новых лиц парламента с получением расписки от чиновника, незаконно заимевшего статус участника боевых действий ни за что, отреагировали активно. В комментариях многие пользователи не хвалят...
В комментариях многие пользователи не хвалят Лещенко, Поросюка и Березу, а наоборот возмущаются, почему же не наказаны те, кто выдал фиктивный статус. Неясно также, зачем ужесточать процесс выдачи статуса участника АТО, зачем стрелять из пушки по воробьям, если нужно наказать тех, кто выдал липовые статусы, а также бывшего замминистра, не просто увольнением, а чем-то посерьезнее. Почему депутаты остановились на заместителе министра и не отправились наказывать тех, кто выдал? Не потому ли, что липовые статусы уже получили дети самих депутатов? Це я не хочу виділяти, тому що останнім часом все одно розчаровуюся, і деякі журналісти, які минулого року там я читала, дивилася їх, зараз я розумію, що у них теж суб'єктивна думка. Я якось стараюсь досить шукати якусь об'єктивну і дивитися інколи навіть самі якісь російські новини.